Задоринки по-саратовски. К нам в редакцию уже начали поступать первые сообщения о курьезах из жизни города. Так житель Саратова Евгений Каменев прислал фотообъявление на одном из магазинов города. Продавцы заботятся о своих клиентах. В преддверии Дня трезвости предлагают приобрести выпивку заранее. А вот на фотографии, присланной Еленой Мурниной, изображена неизвестная до сегодняшнего дня народная мудрость, которую она назвала «мотивация по-саратовски». Оказывается, что бросать мусор в лесу – это плохая примета.